Во вторник, 29 мая, драгоценные металлы упали в цене, потеряв практически весь прирост стоимости за последнюю неделю. Причина – укрепление доллара США после понижения кредитного рейтинга Испании и нового падения курса единой европейской валюты, а также отказ Китая от дополнительных финансовых вливаний в экономику страны. На вчерашних торгах курс золота рухнул от достигнутого максимума 1582 доллара 63 цента к минимальному уровню 1547 долларов 91 цент за тройскую унцию. Серебро продемонстрировало аналогичную динамику, откатившись в падении от дневного максимума 28 долларов 69 центов до минимума на закрытии торгов в Нью-Йорке 27 долларов 75 центов. Наши рекомендации по ценовому движению металлов на среду. После вчерашнего падения котировок ближайшим краткосрочным сопротивлением для золота теперь является уровень 1554 доллара, пробой которого сделает возможным продолжение подъема в направлении 1576 и 1610 долларов за тройскую унцию. Ближайший уровень поддержки металла расположился на отметке 1531 доллар. Если этот уровень будет пройден, возможно дальнейшее снижение к уровням 1521 и 1511 долларов за тройскую унцию. Для серебра ближайшим сопротивлением по-прежнему является уровень 29 долларов. Если он будет пробит, подъем металла может продолжиться далее к уровням 30 долларов 60 центов и 31 доллар 23 цента за унцию. Уровень поддержки находится на отметке 26 долларов 30 центов за унцию. Если он будет преодолен, откроется путь к следующему целевому уровню 25 долларов 40 центов за тройскую унцию и ниже.